заместитель председателя Государственной Думы Игорь Владимирович Лебедев, который входит в состав фракции ЛДПР, возглавляет попечительский совет Федерации карате. А также потому, что этот спорт очень важен. Я сам занимался им. И мы впредь будем оказывать всемирную поддержку Федерации карате Тверской области, потому что мы очень верим в наших ребят. И кроме того, конечно, энтузиазм тренера, главного и председателя Федерации карате Тверской, Тучкина Романа, внушает нам уверенность в этом. Сейчас смотрели показательное выступление тверских ребят. Какие впечатления вызвали? Знаете, очень понравилось, конечно, на самом деле. Растут настоящими бойцами. Это на самом деле правильно, что это не только спорт, но это образ жизни. Желаем удачи.